Здравствуйте, я Тамара Сентябова, психолог-практик, консультирую 24 года. Ко мне можно обратиться, если вы хотите справиться со страхами, тревогами и беспокойством. Помогаю пережить предательство любимого, измену, развод. Помогаю справиться с чувством одиночества. Родителям помогаю справиться с нежелательным поведением детей. Я работаю в интегративном подходе. Что это такое? Интегративный подход – это комплекс адаптированных методик под запрос. Чем он хорош? Можно работать на разной глубине и достигать эффекта. К примеру, обратилась женщина с бессонницей. На уровне ума мы с ней посмотрели, проанализировали ее режим дня. Мы посмотрели биоритмы, физиологию сна и условия для хорошего сна. На третью нашу встречу в ходе беседы появился образ камня, который лежал у нее на груди и мешал ей дышать. Поработав с этим образом, мы вышли на причину ее тревоги. Нам удалось их устранить, и сон нормализовался. Особенно хорошо получается помочь перестать бояться людей, перестать бояться быть на людях, справиться с застенчивостью, повысить уверенность в себе и в своих силах. Как организована консультация? Вы записываетесь на консультацию, мы с вами созваниваемся, находим удобное время и консультация в Скайпе, в Вайбере, в Ватсапе. Продолжительность – час. Это то время, когда я вас сопровождаю по пути к вашим целям. Психологией я интересовалась с детства. Сама прошла путь, и мне знакомо, когда чувства буквально накрывают, когда меняется поведение, когда происходят ссоры и конфликты. А так хотелось мира и благополучия в семье. Мне посчастливилось, и я на собственном опыте почувствовала, как это быть рядом с мастером, который сопровождает тебя профессионально и бережно. Вижу результаты у своих клиентов и понимаю, что методики работают, изменения возможны. Сама прошла терапию, прохожу регулярно супервизии и постоянно учусь. Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь. Получилось у меня, получилось у моих клиентов, получится и у вас. До встречи!